Всем привет, это Бостон. Обновление было очень информативным, поэтому я решил на этой неделе выпустить инфоблок отдельно. Ведь здесь есть тоже уйма интересного. Итак, начнем. В сети появился постер с изображением скина на Томмуза. Появились концепты с изображением новых скинов на Эсмеральду и Москова. Стали известны подробности ивента с Сильваной. Во время ивента есть возможность получить постоянный скин на Сильвану, полуночное правосудие или другие награды за прокрутки. Первое участие в ивенте бесплатное. После этого стоимость увеличивается с каждой прокруткой. Скин на Сильвану гарантирован на 8-й прокрутке, если ты не получил его за предыдущие 7 попыток. При этом затрата не будет превышать 599 алмазов. Помимо скина за прокрутки можно получить пробную карту на 1 или 3 дня этого скина, 10 магической пыли, 2 фрагмента героя, 5 фрагментов премиум облика, 20 магической пыли или 1 фрагмент редкого облика. Получение скина, естественно, не разблокирует получение героя, если ты до этого его не купил или не получил в ивенте. Стало известно, какие скины будут продаваться в коробках вечеринки. Будет 2 коробки – элитная и эпическая. Также слили реплики нового ассасина Беллы. Kings of the Manian Empire know nothing of honesty. Bury me at the foot of the mountain. I'll be watching. Am I a demon hunter or a justiciar? Ha! Neither. Manners? There's no place for manners in battle. The darkness gathers. As the light of day fades. To the ones who live on the edge, every dawn is a new beginning. One day, the flowers will bloom again in the barren lands. Let's dance with blades! Every new day is worth celebrating in this cursed land. А теперь результаты розыгрыша скина на Лой. Поздравляю победителей! Напишите свой игровой ID под своим комментарием. Я добавлю тебя в игре и через 7 дней смогу подарить скин. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на канал и пока-пока!